Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное блюдо. Вы меня спрашиваете, где я беру свои рецепты. Конечно же, беру из своих кулинарных книг, а чаще всего на своем любимом food.ru. Food.ru – это сайт и приложение обо всем, что связано с едой. Здесь есть статьи о любимых блюдах, кулинарные новости, кухонные лайфхаки и многое другое. А главное для меня – тут полно разных рецептов, калькулятор порций и даже возможность заказать продукты прямо из рецепта. С food.ru очень удобно выбирать рецепты и вдохновляться на готовку дома. Сегодня я хочу приготовить что-нибудь из курочки. Захожу на мой сайт любимый food.ru, нажимаю поиск. Тут можно уже выбрать и готовые блюда, но я хочу воспользоваться фильтрами. Нажимаю на фильтр, выбираю, что я буду готовить, например, на ужин. До 30 минут что-нибудь быстрое найдем. Добавить продукты. Я хочу забить курицу. Применить. Что-нибудь за полчаса вот ищем. Салат «Цезарь» я не хочу. Суп-пюре из куриного филе тоже не хочу. Вот я нашла себе картофель с курицей в сметане. Вот теперь я смотрю, готовится всего 30 минут. Ничего, очень удобно. На 4 порции. Могу порции добавить, могу убавить. В приложении есть удобная функция «В список». Переходим в список. Все продукты из рецепта переносятся в список. Очень удобно подкорректировать. Например, если у меня есть морковка, я убираю морковь. Ну, вода, естественно, соль у меня есть, репчатый лук у меня есть. Ну что, у меня картошка есть. Значит, мне надо купить курицу, сливочное масло и сметанку. Также можно добавить свои продукты. Я добавлю свои продукты. Нам нужно еще молочко. Купим молочко, добавим в список. С этим списком я пойду в магазин. Ну что, идем в магазин. Итак, мы пришли из магазина. А еще я недавно узнала о новом способе, как сэкономить деньги на продукты в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Это очень выгодный сервис, называется «Пакет». Вы просто ежедневно совершаете покупки, получаете за это повышенный кэшбэк. С каждой покупки на вашу карту лояльности будет капать целых 5%. Обычно это капает 0,5%. А теперь будет капать аж в целых 10 раз больше. С сервисом «Пакет» выгодными становятся даже товары без желтых ценников. А полученными баллами вы можете оплачивать свои следующие покупки и экономить деньги. Вот так food.ru позволяет экономить время на кухне и в магазине. А сервис «Пакет» экономит деньги при покупке продуктов. Вот, например, этот сок мне достался бесплатно за полученный кэшбэк от покупки продуктов. А я вам предлагаю познакомиться с сервисом «Пакет» лично, всего лишь за 1 рубль по промокоду «Галина Кухня». Ссылочку я оставлю под видео в описании. Итак, блюдо очень вкусное. Я все-таки буду готовить тройную порцию. У меня тут 900 грамм курицы. Я взяла филе бедрышек. Картофель я взяла 900 грамм, можно килограмм. Баночку сметаны 300 грамм. Один лук большой грамм 150-160. Морковка грамм 150. Сливочное масло у нас 60 грамм. Зелень по вкусу, по желанию. И вода. У меня тут 300 миллилитров. Соль, перец обязательно. Итак, мы сейчас все нарежем. Бесплатно сок, какой вкусный. Нарежем лук-морковочку. Произвольненько. Можно нарезать прямо кубиками, можно нарезать соломкой. Тут уже как вам нравится. Вот так и вот так. Отправляю их сразу все в сковородку. Морковочку нарежу. Вот так. И соломкой. Вот так. Вот такой соломочкой. С морковкой разобрались. Отправляю все на плиту. Включаю на всю. И ждем. Сейчас будет все жариться. А мы этим временем нарежем мясо, картофель. Вот такими крупными кусочками. Мелко не режу. Курицу подготовили. Нарежем картофель. Нарежу вот так вот. На 8 частей один картофель. Если мелкий, значит, на 4 части режьте, как вам удобно. Итак, мы нарезали всю картошку и мясо. Все, идемте перемешивать морковку и лук. Вот у нас начало все жариться.
Отлично. Вот аромат жареного пошел с лучка. Все, жду еще буквально минуточку. В общем, обжариваем 2-3 минуты всего и отправляем мясо. Ну и, конечно же, по вкусу, по желанию, пару зубчиков чесночка никогда не помешает. Натираем просто на мелкой терочке. Вот так вот. И у нас всего жарится лук с морковочкой. 3 минутки. Перемешиваем. Отлично. Вот видите, начинает поджариваться. Отправляю курицу. Перемешиваю. Как бы овощи сверху. А курочка у нас получилась под низом. Вот так вот. Все, жду минуты 2, не больше. Ждем минуты 2, перемешиваем. Долго не оставляем, так как у нас сливочное масло, а не растительное. Масло сливочное быстрее жарит. Ну и может пригореть. У меня прошло реального времени 2 минуты. Отлично. Вот смотрите. Вот видите, жареное у нас попалось. Все, отлично. Больше и не нужно. Нам нужно жареный аромат мяса. Заправляем картофель. Соли 2 чайные ложки по моим пропорциям, по моему вкусу. Вы солите по своему вкусу. Также от себя добавляю чайную ложечку паприки. Черный молотый перчик. Тут у нас уже под низом жарится. Не больше минуты даем. Пока мы тут все заправляем, проходит еще примерно минуточка. Выливаю в стакан горячей воды 300 мл. Сейчас все перемешаю. И дам покипеть минут 10. Потом добавим сметану. Сразу сметанку не добавляйте, иначе у вас тогда будет картофель вариться минут 40. В кислоте картофель долго варится. Прижимаю. Отлично. Закрываю. Сейчас как закипит, забурлит, убавлю конфорку чуть ниже среднего. У нас кипит 12 минут. Картошка почти готовая. Давайте проверим. О, режется уже почти хорошо. Отлично. Все, не перевариваем ее, не перевариваем. До полуготовности у нас все это покипело. Отправляем сметану. Там уже, смотрите, всю или как. Я отправлю всю баночку. Тут у меня 300 грамм. Теперь нам надо аккуратно все это перемешать ложечкой или лопаткой. Я аккуратно ложечкой вот так все перемешаю. Мясо сок дал. У нас получилось бульона больше. А было как бы немножечко, когда мы залили водички. Прикрываю. Чуть-чуть добавим конфорку, чтобы быстрее закипело. Сейчас только закипит. Опять убавляем. И готовим еще минут 10. Начинает кипеть. Убавляем. Ну, на тройку, на четверочку. Я сделаю на троечку, чтобы ничего не сбежало. И ждем наше блюдо. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ну и всем пока-пока.